Ребятушки, Корякский вулкан чуть-чуть затянут облаками с этой стороны. Абакский вулкан и природа. Просто кайф. Идем по руслу реки. Когда весной начинают таять ледники, здесь бурный поток. И вот сейчас сухонько, и мы идем. Камчатка! Ну и снежок. Вот он. Давненечко снега не видел я. А здесь, ребята, обитают еврашки. Там в норке. О, смотрите. Все-таки мне удалось обнять березоньку. Ребятушки. Савакин, охраняешь от садомитов? От садомитов охраняешь. Вот она, мощь Тихого океана, друзья. Мы с вами на восточном побережье. По моим видео вы уже знаете, насколько Тихий океан на самом деле не тихий и мощный. Эти волны тому подтверждение. Красота. Рыболовный магазин в Петропавловске-Камчатске. Давайте, ребятушки, посмотрим, что тут продается интересного. Крючочки. Правильные, хорошие крючочки, осистики. Ну, карп. Такой себе. Здесь это не котируется. И вот то, что на лососевых. Просто китайского. Вот они. А вот это османы. Они послали китайские. Ну, я их выбрал. Чувачевые.
ребятушки обнаружили оригинального тасманского дьявола. Платим. Друзья, ну, я думаю, что многие знают, что это за приманка. Эта приманка называется тасманский дьявол. Это оригинал австралийский. Вот. У нас делают много подделок, которые, в принципе, работают не совсем правильно. Они не так тонут, как вот эта блесна, потому что у них нет внутренней огрузки. Вот. Привязывается, то есть она, это скользящий монтаж, она шнур продевается сквозь приманку, потом ставится бусинка, чтобы крючок не оббивал саму приманку. И плетня привязывается прямо напрямую к крючку. Вот, собственно, такая нехитрая приманка, но работает просто сумасшедше. По горбуше и по ките. Кита пошла. Это, собственно, река Авача. Вот. Мы выбрались на вечерку. У нас есть там буквально 3 часика покидать. Попробовать, а ось что-нибудь клюнет. Проводка тоже на самом деле довольно нехитрая. Дать заглубиться блесне, и потом вот такими вот подтягиваниями твитчинг такой получается блесенный. Что делает при этом блесна? То есть если крутить ручку катушки тихонечко постоянно, то блесна играет как обычная блесна. А если делать вот такие вот твичи, то блесна делает так. Рынь, трынь. То есть она перекручивается и довольно хорошо привлекает киту и горбушу. Тут у камчедалов есть всякие штуки по расцветкам. Говорят, что вот если типа полоски или точки привлекают, допустим, полоски привлекают самок, точки привлекают самцов. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим. Я, честно говоря, горбушу уже ловил. Большую, правда, горбушу не ловил я, но киту я вот вообще ни разу не ловил. Так что для меня кита, честно говоря, более интересней. Ха-ха-ха-ха! Пеструшка! Чья-то пеструшка, друзья? Скорее всего, горечка. Река Авача, прём. Мистеры Вейдерсоны. Тасманский дьявол, друзья. Пока стояли на том берегу, видел Дима всплески. И вот переехали, сейчас спускаемся к реке. Тут подъезда нету. Поэтому мы сейчас по-быстренькому раз-раз-раз. А тут нужны вейдерсы, поэтому мы аккуратно. О! По кочкам в ямку бух. Холодненькая водичка-то. Ах ты, поклевка была. Да? Да. Вон она плещется. На середине прям. Вон она, видел? Да. Между вторым и третьим пил. Да. Не, это Игорь кинул. Вот это было нападение. Нападение, поклевка была. Thank you.
Вот этот, отпусти пока шнур. Сейчас сдастся уже. Друзья, река Авача, Петропавловск-Камчатский. Буквально вечерка, 3 часа, мы выбрались покидать на Тасманского дьявола. Димка показал нам супер места. Завтра у нас будет еще одна охрененная рыбалка. А сегодня я взял одну из рыб, которую еще не брал в своей жизни. Это кита. И, скорее всего, самка. Посмотрите на нее. Ну, вот она, ребятушки. Вот она. Серебристое золото, можно так сказать. Фу, рыбалка. Ну что, друзья, наши рыболовные приключения продолжаются. Мы сейчас уходим с реки Авача, потому что время 9 часов. Лицензия на рыбалку здесь заканчивается в 9. А завтра мы с вами едем на сплав. Ну, друзья, мы на реке Быстрая, приехали сейчас стапель Быстрый, собираем лодку, грузимся и сплавляемся. Микижа, голец кунжа, возможно, хариус, может быть, сима, а то, глядишь, и чиуйча. Камчатка. Ну, здравствуй, реченька. Здравствуй, Быстрая. Ох, просторы, ребятушки. Ура, друзья, рафт готов. Ну, такой здоровый на самом деле. Тут, и, наверное, 8 человек поместится в целом. Все, парни готовы. Команда в сборе. Сейчас Димка скажет, когда отходим. Ну что, друзья, алга? Максим, посмотри на меня. Передай привет подписчикам. Подписчикам привет. Игорь, дядя Слава. Дядя Слава. Дима. Евгений Витальевич. Передай Максиму подписчикам большой привет. Максиму подписчикам привет. Огромнейший. Я скажу, чуваки, воробушки. И молодой юный рыбак Григорий. Передай привет. О, первая рыбка. Загрузимся в вертолет, через горы уйдем в полет. Нас пропустит хребет седой, но тебя мы возьмем с собой. И палатки стоят в рядок, и трещит в тиши костерок. Брошу в чай из трав сахарок, закипит в ухе котелок. Таганок, ты мой Таганок, без тебя я так одинок. Растопи ты мою печаль, приготовь мне горячий чай. Таганок, ты мой Таганок, без тебя я так одинок. Растопи ты мою печаль,
приготовь мне горячий чай. Приполярный старик Урал, станового хребта оскал, таранских плато гроза и байкальской воды слеза. Территория наших снов, территория наших слов, водопадов в цветных стенах, омутов речных глубина. Таганок, ты мой Таганок, без тебя я так одинок. Растопи ты мою печаль, приготовь мне горячий чай. Таганок, ты мой Таганок, без тебя я так одинок. Растопи ты мою печаль, приготовь мне горячий чай. Разрывается телефон, нам на месяц не нужен он. У порога стоит рюкзак, жизнь подброшенный вверх пятак. Таганок, ты мой Таганок, без тебя я так одинок. Растопи ты мою печаль, приготовь мне горячий чай. Таганок, ты мой Таганок, без тебя я так одинок. Растопи ты мою печаль, приготовь мне горячий чай. Стой, 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 ты прям на спиннинге его. Голец хороший. Берем? Красава. Было. Вот такие, друзья, здесь места, смотрите. Высаживаемся на косы и пытаемся половить перспективные места. Здесь вот классный затишок, дядя Игорь уже занял его по сути и во все облавливает. Что-нибудь было? Смотри, какая обратка здесь хорошая. Вот она и есть. Хороший, это хороший голец. Или микижа. Все-таки я его вытащил оттуда, из-под дерева. Запуталась, блин. Запуталась плохо. О, распуталась, отлично. Все, взял. Взял, блин. Классный голец. Классный голец. Офигенно, ребятушки, Камчатка. Ну что, друзья, это голец, или как ее называют, мальма, чешуи у него нету. Это очень вкусный вид лососевых рыб. Считается немножко сорным, но тем не менее, сегодня у нас будет ушиться с вами, друзья, голец хорошего размера, ну, килошка, может быть, где-нибудь так. Я очень счастлив, ультралайт работает. К сожалению, у меня нет инструмента специального для умерщвления рыбы, поэтому мы используем выключатель. Все, сейчас очистим. Ушиться будет. На! Дима уже лагерь разложил. Вон там, по-моему, чистит рыбу. Пойдем посмотрим. Два голечика на уху. А его и чистить не надо. У него чешуи нету. У нас красную рыбу никакую не чистим. А чешуи. Пока гид встал на лагерь, ребята, посмотрите, какое место классное. Тут что-то очень много каких-то проток. И вот я иду сейчас
Мне показалось, что там вот перспективное место, вон там за песочек. Сейчас попробую откидать резинку. Не знаю, как я ее со струи возьму, если что. Но думаю, все получится. Ну что, восьмерочка нормально или 12 ставишь? Не, нормально. Падает. Нормально, падает, подвисает. Нормально, говорю, падает, подвисает. Вот так не падает. Если будешь туда кидать, тогда упадет. Куда буду кидать? Апстримом. О, говно медведя видели? Где, а? Говно медведя? Да. Вот ушки, ушица, друзья. Гольцовая. Симовьем этим, наваром. Правильно, Дим? Наоборот. А, симовая. Гольцовая с гольцовым наваром. А сима зачем? Симы не было. А, не был симы? Это горбуша. А, это горбуша. Приятного аппетита, ребятушки. Подожди, рюмки серебряные принесут. Давай водичку. За рыбалку. Оп. Все, друзья, это, наверное, последняя точка, на которую мы встаем. Сейчас здесь вот. В целом, конечно, течение такое нормальное. И рыба, которая здесь, она охотится, она не отстаивается. То есть ямки я тоже прокидал там по пути. Особо ничего не было. Было пару поклевок. Оторвали резинку, оторвали хвост у резинки. Ну, в общем, речка классная. Просто мы так кайфанули, друзья. Река быстрая. Но гольца я взял. Рыбка была. Продолжаю кидать ультралайтом, потому что здесь, наверное, это самая такая прикольная снасть. Ну, конечно, если что-то влупит серьезное, то, блин, не удержишь на таком потоке, но придется поработать. Но в целом в этом и кайф. Проводка, ну, я закидываю там 45 апстримом, дожидаюсь, пока она дернет по камушку, и так вот пытаюсь бить по камушкам, проходя, подбрасывая приманку и отпуская ее в свободное планирование. Мой новый ультралайтовый комплект, друзья, это Hurtie Rise Rock Master. Чем она мне понравилась? Тем, что это travel. Это travel пятичастник. В длине 785, это 2.36, по-моему, и с тестом 0.6.12. Плетенка у меня стоит здесь 0.6. Моя старая Стелла уже такая подубитенькая, но тем не менее еще живая, C3000. Шнур 0.6, YGK, Upgrade PEX-8. Мой стандартный ультралайтовый комплект, вы знаете, это Мегабас. Я не стал его брать, потому что их уже давно не продают, мне его просто жалко. Если я где-то его потеряю, мне, конечно, будет вдвойне жальче. Поэтому я вот все искал себе замену. Рокмастер. Вот строй у него, конечно, медленнее, чем у Мегабаса. Вот, но тем не менее, то есть на вываживании, ну, все мне прям вот нравится. То есть вот был бы строй вот пожестче, было бы прям вот то, что доктор прописал. А так в целом классно то, что он travel, классно, что это самое, что длина моя любимая. И даже классно, что он тестом чуть выше. У него верхний тест 12 грамм. То есть я могу чуть-чуть утяжелиться. Завод Малкинский, друзья. И вот она, малкинская водичка. Тут видно, что много железа. И на вкус минеральная, как будто газированная. Разные источники, друзья, там по степени температуры, тут попроще, там погорячее. Малкинские горячие источники, мы сейчас окунемся, а потом в холодную реку быструю. О, ребятушки, кипяточек, 20 минут и яйца готовы. Короче, у нас спор, то ли 35, то ли 40, то ли 60. Ну, на гречке на часы было взять, как они забыли. Да, не с ума. Малкинские, ах, источники, кайф. А где Игорь? Вон он, кайфует.
стройки такие выдвигаются периодически, прям сильно обжигают кожу. То есть нормально-нормально лежишь, и прям такая маленькая-маленькая струйка, синь, и... Ну что, в речку идем? Да. Ничего, в речку? Иди сюда. Да что, лежать, надо идти. Можем урать, можем интересно. Пошли, блин, какой. Ай, тапок полетел! Лови тапок! Ну как, водичка? О, супер. Дядя Слава. Я.